Привет, друзья, из примерочной Зары. Я бродила по залу и много чего снимала, вы видели. Ну вот, принесла я, мимо зеленого пройти я не смогла, комплект брюки и рубашку. Вот это вот платьице безумное, даже не знаю вообще, зачем я принесла, просто для фана. Очень симпатичная льняная белая рубашка, которую мне интересно будет померить. 100% лен. К ней я принесла вот такие брюки и еще вот какую-то такую курточку смешную с вышивкой такой, как будто, знаете, ручной вышивкой. Ну, в общем, я вам покажу потом. Давайте примерять. Белая льняная рубаха очень классная. Если вот вы ищете белую льняную рубашку, тем более она стоит $59, 60 или что-то такое. В Европе, наверное, она стоит еще дешевле. Если вот вы ищете такую льняную рубаху, широкую, просторную, то вот вам не надо ничего мудреного мудрить и думать, где нужно купить такую рубашку, потому что она реально классная. Очень хорошего качества лен. Давайте посмотрим, если он мнется. Ну, мнется, да. Ну, тем более он мнется. Интересный у нее такой манжет. Я его загнула, потому что мне длинный. Вообще она мне, конечно, немножко великовата. Это medium, по-моему, medium large. Я посмотрю потом. Но они как-то идут, по-моему, двойной размер. Medium large или что-то такое. И брюки я к ней принесла. Брюки тоже классные. Единственное, что они мне очень длинные. Как всегда в Заре. Мне нужно отрезать половину брючины. Но они сверху очень прикольные. Сейчас я рубашку заправлю в них, чтобы вам показать. Это тоже размер large, они, видите, такие с такими защипами здесь, карманы. Брюки классные, широкие такие, свободные брюки палаццо. Ну, если представьте, что они будут короче, цвет такой хороший, терракотовый, очень приятный цвет. Смотрите, я их заправила, рубашку так немножко призаправила, сзади оставила, спереди заправила, и очень такой расслабленный, клевый такой лук, если честно, мне очень даже нравится, если учесть, что брюки вот короче, то мне кажется, что это очень интересно, так прикольно, знаете, тут casual и stylish, и в принципе так, ну, европейский шик такой. Я так это высказала, европейский шик, как будто я что-то понимаю в европейском шике. По нашим канадским меркам в Европе все просто одеваются шикарно, потому что у нас все одеваются абы как, поэтому как дровосеки. Поэтому для меня как бы Европа — это какой-то шик, хотя я понимаю, что шика уже давно нет нигде. Так, брюки 30-го, мексиканские, значит, это large, $50 они стоят, и состав у них модал и полиэстер. 80% модал и 20% полиэстер, но они реально очень симпатичные. Видите, вот они длиннющие, классные брючки. И рубашка льняная была размер medium. Ну, она реально большая, большая, с длинными рукавами, но она такая классная. Знаете, вот белая рубаха, льняная, 100% лен. И такого расслабленного фасона. Я бы, наверное, все-таки взяла small себе. Смотря как и с чем ее, конечно, носить. Но, в принципе, она такая оверсайз немножко, если вы будете брать, чтобы имели это в виду. Стоит она $60, это недорого для льна. Я считаю, что это недорого, но рубашка действительно классная. Смотрите, какая прикольная, не то рубашка, не то куртка джинсовая. Она, в принципе, сделана из такой довольно плотной джинсы. Очень-очень прикольная. Все вот это вот в ней сделано вышивка, причем такое впечатление, как будто вот руками. Прямо вот вышивали крестиком, знаете. Я когда потом сниму себя, я вам ее на вешалке поближе покажу все эти красивые, смешные вышивки, но она действительно очень клевая, очень прикольная, мне она прям очень нравится, она мне немножко великовата. Это, девочки, мне в одном из видео так напихали в панамку, что я примеряю размеры, все вещи на 5 размеров меньше, я со страху понабирала все большое, чтобы мне уже не критиковали так сильно дамы, и вот теперь мне как бы все такое вот, я надеюсь, что все теперь довольны, что мне ничего не мало. А даже большое. Значит, с трудом расстегнула вот эти вот пуговицы. Они так тяжело расстегиваются. Это просто ужас. Я не знаю, зачем они делают такую застежку, что нужно сломать все ногти, чтобы расстегнуть ее. Ну, вот такая вот курточка.
Смотрите, как оно так обработано, интересно. Ну, прикольная, знаете, такая хиповая вещь, я бы сказала. Классная. Сделана она из 100% хлопка. У меня такой цвет, что когда я на вешалке вам показываю, он совсем не отражает действительности. Ну, в общем, она, вы видели в зеркале, она такая молочно-белая, вообще такая темненькая. И видите, какая вышивка красивая. Ну, не красивая, нет, смешная. Как будто, знаете, вот кто-то действительно сидел и руками вышивал. Я сейчас почитаю, что здесь написано. Ничего не написано про ручную вышивку. Стоит она $80, размер medium large. Опять же, я взяла побольше, чтобы дамы не серчали на меня. Да, ничего не написано про ручную вышивку, но вот это все, такое впечатление, ну вот как будто бы сделано руками. Так неаккуратно, немножко, знаете, как будто вот кто-то прям сидел и вышивал. Такая смешная вышивка, солнышко, какие-то пальмы, кактус, домик с красной крышей. Такая Мексика-Техас, мексиканско-техасно-флоридская, флоридская тема. Очень прикольно. Здесь какие-то птички. И на спине. А, и на спине есть вышивка. Вот здесь кактус, солнышко и кактус. Нет, прикольно, мне нравится. Смешная такая куртка. Ну, не оригинальная. Такие карманы большие, необычные. Правда, согласитесь. Зелененький монохромчик, вы видели, я там снимала, значит, это такая рубаха, блуза и брюки. Вискоза и лайоцел. А все языках по-разному это произносят. Ну, такое, знаете, как будто униформа. Я думала, что это будет лучше выглядеть, если честно. Конечно, наверное, все-таки эти брюки можно было с чем-то другим примерять. И блузку тоже с чем-то другим. Может быть, даже с этими брюками я сейчас попробую. Потому что, не знаю, как-то мне не нравится это вместе. Смотрите, как-то скучно, как-то не... Не знаю, как будто униформа какая-то, правда? Некрасиво. Не то, что некрасиво, а никак. Как-то... Не знаю, не нравится мне. Сейчас. Переоденем. Так лучше, правда, с этими брюками, когда не одного цвета, потому что что-то одного цвета мне не понравилось. Но цвет, кстати, не передает. Цвет такой более зеленый. Так лучше с этими брюками. Мне кажется, что так симпатичнее. Так даже очень неплохо. Померила я эти брюки с этой кофты, потому что здесь, видите, есть какие-то зеленые такая вышивка. Но тоже не очень. Вообще эта штука, она лучше всего с какими-нибудь такими льняными, или джинсы, или какие-то хлопковые штаны, или какой-то вот с джинсами лучше всего, даже с синими, или черными, или с любыми. Но потому что это такая, знаете, джинса-джинса. А брюки эти что-то... Ну, брюки и брюки. Тоже длиннющие. Совершенно не... Никакие, обычные брюки. Так, брюки, как я и сказала, это вискоза и лайоцел. Причем вискоза, по-моему, 68, все остальное лайоцел. Стоят они $79, 80. Взяла я размер medium. Он мне немножко маловат. Их недостаточно мне напихали в панамку под мои видео за то, что я все примеряю маленькое. И блуза тоже, значит, такой же состав, $60 размер medium, и она мне, в общем-то, хороша. Ну, то есть низ у меня вообще больше, чем верх, поэтому medium сверху мне еще так ничего, а medium внизу мне, конечно, нельзя. Ну, и, конечно, все ждали примерки вот этого платья, я даже не знаю, как это назвать, но платье такое, платье, халат, туника, я не знаю. Но это, конечно, девочки, нечто. Это так красиво. Вы знаете, у меня такое ощущение, вот эти штуки, они такие тяжелые. Как будто это какие-то камушки или стекло. Там что-то написано. Оно все сделано из полиэстера. И... Ну, так жарко, ужасно. Оно все сделано из полиэстера, но написано про эти украшения, что это что-то марокканское, эксклюзивное. Они довольно тяжелые, то есть как бы
Но это очень прикольно. И только Зара может соорудить нечто такое, чтобы это выглядело, ну, как будто бы это какой-то супер дизайн. Возможно, где-то они его, конечно, истеплили, но выглядит прикольно. Это что-то, конечно. Я уже не говорю про французскую ривьеру, потому что мне написали, что там так не одеваются тоже. Но про карибский отпуск, вот я думаю, что можно так одеться. И, ну, тоже может, ну, как бы там тоже сейчас все попроще. Полиэстер там, наверное, будет жарко, но по стилю и по, так сказать, по духу. Напишите мне, пожалуйста, что вы думаете, куда можно надеть вот это вот платье, где в нем можно ходить. Так, размер я примеряла medium large. Стоит оно $129-130. Вот такая вот красотень. И вот такая вот интересная штука. Ну, не знаю, что это. Конечно, это не камни, но на пластик не похоже. Как-то уж очень тяжелое. Стеклышко, ну, вряд ли. Ну, наверное, пластик. Просто такой какой-то тяжелый. Прикольно. Все, девушки дорогие, такие у нас были сегодня примерки. Я надеюсь, что я вас повеселила. Я надеюсь, что вам понравилось. И вы что-то интересное или смешное, веселое почерпнули из моего видео. А на сегодня все. Увидимся в следующем видео. Люблю, целую. С вами была ваша Дита из Канады. Пока-пока.